Пари матч және про хоккей лигасы жеңіске қуатталған. Итак, мы подводим итоги первого матча в Кокшетау. Орлан принимал гостей из Атрау. Матч обещал и таковым стал. Очень интересный и насыщенный. Вот так была заброшена первая шайба. Станислав Дюкарев сегодня был просто. Его невозможно остановить. Вот так он забросил первую шайбу, получив передачу из-за ворот. Далее игра продолжилась. И Борис пытался использовать свои возможности, но ни одна из атак не завершалась взятием ворот. Произошло это чуть позже, но об этом мы еще поговорим. Здесь атака Орлана, и тот же Дюкарев оформляет второе взятие 2-0 вот именно после этого эпизода. И далее Орлан еще более прижал своего соперника. Да, были моменты и у Бейбареса, много работы было у Тимура Мейдера. Ну и вот в одном из эпизодов все-таки не смог он выручить свою команду. Сейчас мы с вами посмотрим, как была заброшена эта шайба. Вот здесь наброс от синей линии, бросал Попов, и отправление, там шайба, по-моему, где-то в плечо попала, и Тисленко делает счет 2-1. При таких цифрах на табло команды отправились в раздевалку. А мы с вами смотрим моменты второго периода, в котором по разу отличились соперники. Но сначала мы увидим, как была заброшена вот эта шайба. Михаил Дыньков оформляет взятие ворот и сравнивает цифры на табло. Ну и казалось, что вот нашел свою игру Бейбарес, но, как говорится, недолго музыка играла, и Орлан еще одну шайбу смог забросить. Здесь попали в перекладину, кстати говоря, сегодня много мы моментов видели, когда шайба попадала то в перекладину, то в штангу, были такие моменты, так что можно сказать, что инвентарь Дворца спорта «Бурабай» был на стороне хозяев льда. Здесь Меньшиков отдавал пас, и на пятаке здорово сыграл, помог и Карабай отличиться, но самым точным оказался тот же Дюкарев. Оформляет хет-трик этот хоккеист и снова выводит свою команду вперед. Ну и дальше мы уже не увидели заброшенных шайб во втором периоде. И развязка у нас наступила уже в периоде встречи номер 3. В нем была заброшена лишь одна шайба. Ну, она уже не была решающей. Решающей шайбой была как раз Дюкарева, когда он вывел команду вперед. Но вот пока смотрим моменты третьего периода, в нем Орлан смог единожды отличиться. Вот, момент броска и радость. Принимает поздравления Данила Ларионов. Выводит команду еще раз, упрочил преимущество в счете. 4-2, вот ровно после этой атаки. Как ни старались Бейбарес использовать свои моменты, но ни один из них не привел к тому, чтобы огорчить хозяев льда. И Орлан оформляет победу 4-2. Вот с такими цифрами на табло завершилась эта встреча. Ну и давайте сейчас мы с вами посмотрим цифры статистики. Это самое интересное. По броскам створ 26 у Орлана, 21 бросок у Бейбареса. Небольшое, но все-таки преимущество Орлана. По выигранным брасываниям тоже цифры говорят в пользу хозяев льда. 33 против 29. Две шайбы Орлан смог забросить, играя в большинстве. Одна такова у Бейбареса. Ну и в целом, если говорить о дисциплине, то команды сыграли неплохо. 6 удалений у Орлана, вернее удаление минут, и 8 минут у Бейбареса. Таковы итоги встречи первой. Завтра мы с вами посмотрим игру вторую между Орланом и Бейбаресом.